Карвин Спортклуб – это спортивный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса и здорового образа жизни. Кроме того, это большая и дружная семья, так как инструкторы и члены клуба принимают участие в различных соревнованиях как внутри клуба, так и за его пределами. Так, инструктор Карвин Спортклуба Айжан Кадырбекова приняла участие в чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу в столице Российской Федерации, Москве. Айжан Кадырбекова является мастером спорта Кыргызской Республики по борьбе дзюдо, неоднократной чемпионкой Кыргызстана. В соревнованиях приняли участие спортсмены из стран СНГ, а также представители Соединенных Штатов Америки, Франции, Японии, Бразилии, Турции, Нидерландов и других стран. Причем девушки принимали участие в чемпионате мира впервые. Айжан Кадырбекова выступала в весовой категории до 70 кг и завоевала бронзовую медаль. А вот в абсолютной весовой категории, где могли бороться только призеры в своих категориях, Айжан стала победителем турнира. В предварительных схватках она нанесла поражение спортсменкам из России, а в финале одолела представительницу Эквадора и завоевала звание чемпионки мира. Наши поздравления чемпионке! Поздравил Айжан с победой в чемпионате и директор Карвин спортклуба Самсон Балян. Самсон Аванесович пожелал ей успехов как на татами, так и в деле воспитания подрастающего поколения. В общем, добро пожаловать в Карвин клуб. Фитнес-клуб премиум класса номер 1 в Кыргызстане.